На Первом канале «Вечерние новости». Здравствуйте. В студии Дмитрий Борисов. Вот главная тема. Эта активность большой группы клеток в мозге, которая составляет нашу мысль, способна вызвать к действию следующую группу клеток, составляющую наше действие. Если информации про материю достаточно, то можно сделать модель того, что было, когда Вселенная была в 10 раз меньше, чем сейчас, и понять, какой она была, когда зарождалась первая звезда. Об этом никаких комментариев по поводу того, что бы значила эта картина, не давал. Мы должны говорить только о том, что можем измерить, и пытаться определять вещи только измеряемыми величинами. Выведем уравнение математически, или даже давайте угадаем уравнение. Вот, и там обитают совершенно особые микроорганизмы, которые не только способны расти до 100 градусов, некоторые из них, они не растут ниже 80 градусов. То есть... Понятие интеллигентности для нас связано с понятием интереса к другому человеку,